Усім привіт! З вами команда каналу «Переселенець». Ми розповідаємо про людей, чиї історії доводять. На новому місці життя тільки починається. Сьогодні ми раді вітати вас у файному місті Тернопіль. На перший погляд, звичайний обласний центр. Та чим краще його пізнаєш, тим більше воно до себе приваблює. Так само і люди, яких ми тут зустріли. Життєвими історіями схожі на інших переселенців, однак неповторні в своєму оптимізмі і вдачі. Перед Новым годом, как вот есть традиция у многих семей, мы решили тоже себе так написать все, но отдельно. Писала дочка, писала я, писал муж. Мы каждый писали, как мы видим следующий год. Вот как нам хотелось бы, чтобы мы его провели. Мы, конечно, писали о мире в Украине, это было первоочередное. Надежда писала, что она хочет развиваться в плане модели, она хочет как бы быть дизайнером одежды, это ее мечты, она так их описывала. Муж при этом написал, что он хочет путешествовать по Украине вместе с семьей. И да, я тоже писала такое, потому что мы об этом мечтали, но никогда мы это не излагали на бумаге. И это было перед Новым годом, а 24 января случился этот жуткий обстрел. Ничего не происходит просто так, потому что в ту субботу, обычно я по субботам, каждую субботу утром хожу за покупками на неделю, покупаю продукты. Я не люблю шопинг, поэтому у меня четко в субботу список, что нужно, пошла, купила, и неделю я не вспоминаю. Я утром собралась, уже список был готов, но вот почему-то мне захотелось, знаете, зайти в детскую, и Верочка проснулась, и думаю, нужно приспать ее, потому что все спят. И легла возле нее, пригрелась, так не хотелось идти на этот мороз. Январь месяц, очень холодно. И вот, знаете, вот не могу себя заставить выйти. И вот тут начался обстрел, и Саша подскочил сразу. Мама, а мы слышим, они все ближе, ближе, ближе выстрелы. Я только крикнула ему, Веру схватила на руки, мы успели выбежать в коридор. Потому что тоже вот, то ли из-за того, что мы все планируем, все проговариваем, пытаемся продумать наперед. Мы знали, в каком месте квартиры у нас безопаснее всего, где у нас несущие стены, где, как муж сказал, по крайней мере, в кучке останемся. И мы выбежали в этот закоулочек, и следом полетели окна. То есть все это полетело в детские кроватки. И я боюсь даже себе представить, что бы было, если бы меня не было дома, или если бы я была в другой комнате. Я вам честно скажу, никогда в жизни не забуду глаза своего ребенка, потому что мне казалось, что это так долго, так бесконечно длилось, и я насмотреться на них не могла. Ты именно вот смотришь в глаза своего ребенка и боишься отвести глаза. Я готова все отдать, чтобы больше не видеть страх в глазах своих детей. Было страшно. Но потом, знаете, как-то вот, ну не знаю, может через день мы пытались собраться как-то, знаете, духом, что мы сильные, детей успокаивали. И сели с мужем в интернете посмотреть характеристики ураганов, которыми обстреливали Восточный. Ну, узнали, как их расстояние поражения, и мы поняли, что как бы до нашего дома могут достать даже с территории России. Решение было принято мгновенно. Чего ждать? Как бы нас много уговаривать не нужно. Мы прямо среди ночи заказали через интернет билеты, собирали всю ночь сумки, чемоданы и поехали. Мы планировали, что все должно быстро завершиться. После такого, ну как вам сказать, ну мы ж не в каменном веке живем, но весь мир видит. Ну как это так? Стреляют по людям, стреляют по детям. Ну уже ж, ну понимаете, ну нельзя этого не заметить. Ну какое-то решение уже должно было быть. И поэтому мы думали, что вот теперь-то уже быстро все разрешится. Уже что-то, ну как-то уже, ну нельзя молчать об этом. Поэтому мы думали, максимум поедем до лета. То есть мы приедем, устроим ребенка в школу, хотя бы вот до каникул он доучится, и мы летом вернемся. Нас обзывали, ну не нас, больше меня, ну, бандеровцем только из-за того, что я знал, просто знал украинский язык и мог на нем писать. Только из-за этого. То есть я был бандеровец еще до того, как все это началось.
Соответственно, когда начались события, когда все поняли, что у меня будет позиция все-таки проукраинская, то есть сразу все друзья, ну, 99% друзей и знакомых, они закончились. Потому что у них позиция была другая. То есть мои доводы о том, что мы дружили там 15 лет, были не разлей вода, это уже не играло никакой роли. То есть у людей какие-то шоры одевались, и вот они смотрели в сторону триколора, и что именно кто обещал, я так и не понял. Мне было немножко сложнее, у меня специфическое такое, как бы, опыт работы. То есть тут такого в принципе нет. То есть все, что совпадало, только то, что я там имею доступ по электрике, электрик, да? Вот. Жена бухгалтер, бухгалтерия ведется везде. То есть она первая нашла работу практически сразу, там, буквально за неделю. А я, ну, наверное, ну, больше полтора месяца, где-то два месяца, до двух месяцев я не мог найти, ну, какую-то нормальную, адекватную работу. Так случилось, что я отправлял туда резюме, мне позвонили. Фирма «Лодмар Украина» импортирует и продает оборудование для фастфудов. То есть основное направление – это аппараты для производства мороженого. Честно скажу, работа здесь находила меня сама. Несколько раз даже приходилось отказывать, как были предложения, но я уже, знаете, как бы, исходя из такого, что мы убедили, что да, мечты сбываются, то, что ты себе представляешь, как ты себе это видишь, оно так и будет. И когда мне предлагали работу, я уже начинала себе, мне ехать туда неудобно, зарплата маловато. И я отказывалась, и буквально через пару дней поступало новое предложение, еще лучше. Сейчас у меня вот, работаю в оптичном объединении, мне очень нравится. Я в Маріуполі поступила на право, цілий год готувалась, ходила на підготовчі курси, поступила. І було розписано буквально кілька років вперед, плани такі були, але потім забрали документи, ну, із ситуації, і поїхали сюди. І перше попавшися, як предложили з общежитием, щоб можна було жити в місті, предложили, і була професія кравець. Було на вибір флоріст, оператор компьютерного набора и кровать. Ну, флорист — это точно не мое. Оператор, я подумала, не, еще сломаю что-то. не буду рисковать. А кровать мне было раньше интересно, рисовала я в модельном агентстве. Как-то. Мне казалось, это близко. И решила пойти. Первый год жалела, потому что уровень. Все-таки училище и техникум правоведения. А сейчас уже нет. Я вот созваниваюсь со своими однокурсниками, которые остались учиться. Мне было бы тяжелее там, потому что там нужно сидеть, зубрить, все это учить, все эти законы. А это мне намного ближе. Прошлым летом я участвовала в конкурсе на речение Тернополя. Просто сидели дома с мамой и наткнулись на такую как анкету. И мама предложила, давай попробуешь. Я сомневалась, потом думаю, это, ну, там какие-то взрослые такие девушки, реально модели будут. Ну, решили рискнуть, отправили. Буквально за пару часов нам ответили, нам звонят, говорят, хотите, давайте. Завтра примерка, послезавтра мы уже участвуем. Было очень круто, были примерки разных платьев. Посмотрела на себя в роли невесты, не мое это, не готова я еще к такому. Я подала заявку в громадське об'єднання файного міста. Та проста молодежь собирається і придумує свої проекти. Говорили, що якщо я вмію шити, я можу створити колекцію, вони з удовольствием допоможуть зробити той же показ і щось придумати. Була допомога для воїнів АТО. Плели сетки, в спортзале такие огромные сетки развешивали, плели. Шили белые вот эти такие чехлы на каске, на, по-моему, даже на танке шили, что это такие огромные. Хоть и не одежда, не то, что мы там планировали, но все равно как-то чувствуешь, хоть какая-то минимальная, но помощь идет. У нас по ночам ребята с Азова, видимо, патрулировали, я не знаю, какие-то рейды проводили. Потому что мы слышали, по ночам ходили военные, именно наш микрорайон патрулировали. И я вела ребенка в садик и смотрю, вот ленточка, которую они вешают на автомат, лежит на дороге. Куча людей. И, ну, знаете, вот когда боишься даже близкому другу сказать, что у тебя в голове,
Тут куча людей, мне было страшно ее поднять. Я прошла, глазами держу ее. И думаю, если она будет лежать, а на улице слякоть, грязь. Тут ее втоптал в грязь. Думаю, если она будет лежать, обязательно подниму. Вот я вот пошла, ребенка отвела в садик, пока переодела. Я не знаю, когда это было, где-то декабрь месяц, может быть. Я возвращаюсь, она лежит еще больше в этом плане, в грязь, краешек один выклятывает. И смотрю, все равно куча людей. Я так, чтобы никто не видел, раз, так прямо вместе с грязью, как грибанула ее. И понесла домой, быстренько пришла, отстирала. Не знаю, почему-то такое волнение было, знаете, вот именно тогда в Мариуполе, когда вот все молчали, вот просто молчали, боялись сказать вслух свое мнение, свои какие-то соображения. Столько эмоций вызвала эта ленточка. Я прибежала домой сразу под кран, давай ее отстирывать. Я не знаю, я так на нее налюбоваться не могла. И я не знаю почему-то. Это было какое-то... И вот мы потом решили оставить ее себе как в память. У нас сейчас для счастья есть все. Есть мы друг у друга. Моим детям есть что кушать, есть крыша над головой, есть что одеть. Сейчас мы уже задумаемся о том, что нам бы хотелось здесь свое жилье. В том плане, что нам не нравится жить в чужой квартире, понимаете? Уже начинаешь смотреть более глобально. Я бы хотела что-то изменить в квартире. Я хочу сделать ремонт, я хочу такую люстру или такие шторы, но это не моя квартира. То есть сейчас уже мы подуспокоились, знаете, мы уже немножко, наверное, подрасслабились. Мы вот очень часто вот тоже уже мечтаем о своем жилье. Не знаю, как это будет. Боимся планировать больше, чем на 2 месяца вперед. То ли это будет возврат в Мариуполь. Мы все очень ждем конца войны. Но как это будет, мы не знаем. Мы скучаем за ними очень-очень. Скучаем за морем. Скучаем за родителями. Я не знаю. Вот скучаем за Мариуполем, знаете, в целом. Но я бы не сказала, что за людьми. Вот те события, которые происходили, нам было очень странно. Людей, которых ты знаешь ну, практически всю жизнь, и с ними что-то случилось. И я не знаю, как бы, я не хочу никого обвинять. Может быть, знаете, как, может, мы в чем-то ошибаемся. Потому что они настолько, как сказать, настолько искренне рассказывали свою точку зрения, они настолько в это верили. Я не знаю, почему. Точно так же вот мы с мужем удивлялись, почему мы смотрели те же самые телеканалы. Мы общались с теми же самыми людьми, мы ходили по тем же самым улицам. И у нас не случился вот этот перелом, и мы почему-то не поверили в русский мир. Мы остались верны нашей стране, у нас свои как бы взгляды остались. Почему так? А у кого-то поменялось. Хочется вернуться домой, но... Вряд ли уже. Разве что так, в гости. Там уже, мне кажется, ловить нечего. Может, даже когда-то все утихомирится, все будет спокойно, но... А какой смысл, если мы уже здесь обжились? Мне кажется, намного интереснее в Чернополе, чем в Мариуполе, потому что в Мариуполе больше такой город для... именно для работы. Здесь люди ходят отдыхать, здесь на выходных это нормально, выйти с семьей там, в какой-то ресторан пойти, в театр, в музей. У нас такого не было, у нас просто у людей не было времени. Все работают, домой, работа, домой. На выходных вместо того, чтобы куда-то пойти погулять, ходили в супермаркеты и закуплялись. Или уборка дома. У нас тоже, это как традиция уже, что ли, по субботам у нас там уборка, ходим по магазинам, что-то закупляемся, но все равно вечером находим время и выходим гулять. Даже просто возле озера пройтись уже как-то веселее. Мне вот именно нравится гулять по Тернополю. Мне кажется, вот Тернополь такой европейский маленький уютный городок для семейной жизни, что можно в любой момент выйти на улицу в центре, и любая улица вот как, знаю, как экскурсия. Это... Там те же какие-то архитектура, каждый такой дворик, что-то интересное. Ситуация научила только тому, что нужно больше уделять время детям, потому что, как показали все события, что мы больше уделяли, ну, там были бабушки, дедушки, можно было на кого ставить детей. Занимались своими делами, бизнесом, ну, не бизнесом, какими-то там заработками, чтобы больше заработать, что-то в дом купить, все. И оно сейчас вот стоит. То есть квартира с ремонтом, мебель, там, ну, все там есть, можно жить. Есть наши окна после обстрела, не то. Ну, а для чего все это?
То есть если у меня дети шарахаются от малейшего хлопка шарика, то оно мне это просто не надо. Наверное, уже теперь на поляне. Потому что даже уже на работе, уже, ну, так по-доброму, конечно, подкалывают, но уже, типа, мы же в Тернополе. Сейчас у нас есть работа, и у меня, и у мужа. Поэтому, как бы, мы очень благодарны судьбе за нее. Очень, ну, я скажу, неплохая работа. Потому что она позволяет нам не голодать. Мы не скажу, не скажу, что мы можем себе позволить все, но тем не менее нету такой прям ограниченности, как вот год назад, когда мы только приехали, когда совсем было сложно. А сейчас мы стараемся как можно больше гулять. Вот в Мариуполе не было возможности куда-то пойти, или было страшно, или было некуда, знаете, ну так особо уже досугу не уделялось время, наоборот, побыстрее домой сидели так. Даже бабушки не часто ходили, потому что, ну, честно скажу, боялись, страшно. А здесь нету опасности, дети спокойные. Вот мы даже на Новый год выходили к елке прогуляться. Кстати, как ни странно, наверное, местные принято ходить у них в гости друг к другу. Мы пришли к елочке и очень много слышали русской речи. Наверное, переселенцы, им пойти некому, понимаете, в гости. И все пошли к елочке. И мы идем там, слышим, там компания с детьми по-русски болтают, там. Сейчас, по прошествии более года проживания в Тернополе, мы поняли, что мы очень отличаемся от местного населения. Вот, мне кажется, все переселенцы, все люди с Востока, вот у них совершенно другой характер, у них совершенно другой... даже как уклад жизни. У нас, наверное, более быстрая жизнь была. Здесь так спокойно, здесь, не знаю, совершенно другой менталитет. И вот нельзя говорить, что мы лучше или мы хуже, мы другие. И мне кажется, для тех, кто понял эту свою отличительную особенность и умеет ее правильно использовать, то для них открываются очень большие возможности в этом городе. Тут добрее люди. Вот они по своей сути добрее. То есть они как-то более открыты, может, потому есть такие проблемы, что они мягче характера. То есть вот люди, когда вот у нас были, упирались разные вопросы там, или в юридические, или еще что-то там. То есть мы шли, добивались, ну, там, стукали, если надо, руком по столу, кулаком, что нам надо. Я знаю, что мне это положено, мне это должны дать ту справку, там еще какие-то документы. То есть я вычитал в интернете, есть интернет, сейчас проблем с этим нет, все законы, все можно вычитать. А те удивлялись, они не в курсе, что это было. И они были удивлены, тут многие, что нашему напорству. И самое главное, что мы остались целы, дети остались целы. Все здоровы, по крайней мере, физически. И все остальное решается конфетами, улыбками, прогулками, ну и так далее. По себе я могу сказать, я хочу идти домой. Знаете, вот, то есть, вот все, когда работа заканчивается, я быстренько заканчиваю все, я и максимально быстро стараюсь идти домой, потому что меня там ждут, я знаю, что меня там ждут, я знаю, что меня любит жена, и она меня ждет. То же самое ждут детки. То есть, как бы, когда вот вы ощущаете, когда есть какая-то такая общее понимание и любовь в семье, да, то тогда вот ты понимаешь, что да, это оно, то есть и в семье есть комфорт. Вот сейчас я хочу закончить, выучиться, хотя бы научиться что-то делать хорошо, вот, например, шить. Хочу заниматься этим, не шить там в ателье, на фабриках, была на практике. Классно, да, круто, шить, мне нравится, но сидеть сутками в четырех стенах мне тяжело. Мне нужно где-то бегать, что-то с кем-то разговаривать. Мне хочется продолжать шить и, наверное, какая-то светская жизнь, что ли, ходить в те же литературные вечера, там, в театр, может, общаться с людьми, с творческими. Такое мне интересно. Мы мечтали, мечты изложили на бумаге, и вот видите, оно так получилось, что они начали сбываться. Действительно, муж сейчас работает на таком предприятие, путешествует по всей Украине, причем, наверное, даже больше, чем хотелось бы, по крайней мере, мне. Мы чаще хотим папу видеть, а он все путешествует. Он посмотрел, у нас здесь как бы в новой квартире пустой холодильник, ну, как вам сказать, знаете, как вот завешен новыми магнитиками. У нас в Мариуполе остался холодильник с магнитиками, здесь уже абсолютно новый. Надя хотела быть дизайнером, пожалуйста, она попала в училище, учится, вы сами знаете, на швею-закройщицу, шьет много нарядов.
Вот тоже жду чуть-чуть потеплеет, одену ее юбочку, которую она мне пошила, очень мне нравится. Вообще очень талантливый ребенок, и мы об этом даже не знали. Если бы так не случилось, если бы так судьба не повернула, мы бы, наверное, даже не раскрыли ее этот талант. Вот такая история. Різні міста, різні люди, різні історії. Та всіх їх об'єднує бажання жити у мирі, спокою та поряд з близькими, як це роблять герої наших програм. Всіх їх можна побачити на нашому YouTube-каналі та у Facebook. Сторінка так і називається – канал «Переселенець». Підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте відео серед друзів. Єднаємося!